Члены Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» регулярно оказывают помощь бойцам СВО. На днях они своими руками сделали окопные свечи. Окопная или блиндажная свеча служит источником тепла и света в полевых условиях. Именно такая свеча может гореть очень долго. С помощью нее можно разогреть еду, вскипятить воду, согреть руки и растопить снег. В настоящее время эти предметы необходимы нашим бойцам на передовой. Руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Данила Саркопудов рассказал технологию изготовления окопной свечи. Первым этапом изготовления свечей является подготовка банок. Нам нужно снять этикетку и зачистить крышку от острых углов. После этого нам нужно из картона вырезать просто прямую полоску. Эта полоска будет являться фитилем. Потом мы нарезаем картон по ширине, по высоте банки. И далее мы закручиваем фитиль в картон. После этого фитиль необходимо вставить в железную банку и залить растопленным парафином. Для этого активисты «Молодой гвардии» топят свечи или покупают готовый материал. Вероника Семина считает, что занимается полезной работой на благо общества. Я считаю, что это необходимо, чтобы молодое поколение принимало участие в данных организациях. Ребята и дальше планируют продолжать поддержку участников СВО.